Видишь, настроиться не так уж и сложно. Слушайте дальше. Чей это голос? А знаешь, я могу пойти еще дальше. И тогда мы увидим наших учителей на сцене, воочию. Встречайте наших любимых, талантливых, неординарных учителей. Учитель вас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему пора. Что? Какое пора? Мы еще до угла не проводили, песенку не спели, и вообще у нас потом отпуск начнется долгожданный. Так что вы не торопите события, коллеги. Правильно, все по порядку. Действие первое – проводить и песенку спеть. Вопрос, какую? Я заставлю добрую классику. Ну что же еще мог нам сказать наш учитель литературы? Да, потому что классика проверена временем. Анна Валерьевна, вы только потом не обижайтесь, если дети вас спросят. А вы динозавров видели, да? Все правильно. А что вы предлагаете? Я за современность. Рэпчик какой-нибудь мутить и советы дать. Только пусть эти советы будут не добрые и правильные, а самые, что ни на есть, вредные. Тогда у нас с вами батл получится. Классика против современности. Давайте попробуем. Сударыня, скажите, отчего же вы сегодня так печальны и грустны? Я скажу вам не так я, слезы льет душа моя. И вина, конечно, в этом не моя. Сегодня, конечно, так печально провожать такой родной любимый класс. Это верно, сударь твой, он такой видный врагой, а совет я дам им вредный вот такой. Yeah!
знаешь. Вероника, Настя, Даша. И еще 22 человека. Пожелать хотим вам счастья. И вообще всего хорошего. И огромный поучительный привет. Ну вот, собственно, как-то так. Бату, бату. Могли проще сказать, состязание или музыкальный ринг, если хотите. Хватит спорить, коллеги. Лучше давайте посмотрим на наших вчерашних выпускников. Сегодняшних. Вчерашних учеников. Смотрите, какие они красивые, лучезарные, цыплят мои. Оставайтесь такими как можно дольше, берегите свой внутренний свет и дарите мир. И пусть мир улыбается вам в ответ. Так, как это делают ваши учителя. И помните, что такое у вас не повторится никогда. Оставьте в своей памяти эти школьные годы. Если, конечно, не собираетесь педагогически.